Александр, а можно комментарий? Я хочу просто еще раз уточнить тезис ТВ. Да, да, да. Я слышал, ты там вышел в Мегафон. Да. С чем-то у вас не согласие по каким-то принципиальным вопросам. Да, есть принципиальное... Проговори, пожалуйста. Есть принципиальное несогласие, оно заключается в том, что как бы, мы считаем, что идти на компромиссы с нелегитимной властью, то есть на какие-то договоренности, обращения, то есть они не дадут все равно никакого эффекта. Мы сейчас видим то, что люди, во-первых, они хотят, во-первых, каких-то конкретных движений, а не какой-то там бумажной работы, то есть направления обращений, потому что сейчас под угрозой на самом деле находится вообще Украина. Естественно, в результате тех решений, которые были приняты нынешним нелегитимным правительством, естественно, люди несколько напуганы, они хотят, чтобы их кто-то защитил, и поэтому мы считаем, что сейчас настало время для действия и для конкретных каких-то шагов, а никак уж не письменной работы. Угу. А в Юго-Восточный фронт вступила организация «Наш город»? Нет. Не вступила? Нет. Коммунисты? Нет. Тоже нет, да? Нет, то есть да. Вот... Это в нее вступили, то есть 9 организаций, это Славянская гвардия, это СИЧ, который возглавляет Патаман, и ряд других организаций. Но тем не менее, все равно вы на митинге будете вместе? В воскресенье? Ну, пока что получается, да. Ну, то есть на данный момент, то есть мы будем проводить свои митинги, мы будем проводить свои конкретные действия. Но, совместно с нашим городом, все-таки, не совместно. Нет, то есть у вас сейчас, сегодня мы уже видели, как бы, то есть у вас разделение на антимайдане, да, произошло? Ну, это не антимайдан, поскольку наш город, например, угрожал нам тем, что они сейчас будут разгонять нашу акцию совместно, значит, с народной, с самообороной Майдана. Поэтому говорить о каком-то совместном, ну, это было, так сказать, при личном общении, поэтому говорить о какой-то совместной деятельности, увы, нереально. Что сейчас происходит? Что там подписывается? Там подписывают, там заполняются анкеты для всех желающих вступать в Юго-Восточный фронт. А, это анкеты для членов организации. А вы уже как-то зарегистрировались или нет? Пока что нет, это пока что общественное движение, то есть это общественное движение нескольких организаций. Хорошо, все, спасибо. Это был Александр Слабиев, город Запорожье, представитель Юго-Восточного фронта. Так, друзья, ну, еще раз напомню, Александр Слабиев, представитель Юго-Восточного фронта, его только что еще раз он подтвердил, что такой раскол наблюдается в движении антимайдана. Юго-Восточный фронт, вот представителем которого является Слабиев, Тимченко Артем, Патаман Александр, ну то есть еще там ряд организаций и отдельных активистов. А собственно наш город и коммунисты, вот по словам Александра Слабиева, не поддержали инициативы Юго-Восточного фронта. И кроме этого, Юго-Восточный фронт провозгласил, что никаких переговоров с новой властью не вести, так как они считают ее абсолютно нелегитимной. Вот такое только что было заявление, друзья. Канал Тезис ТВ по-прежнему с вами, прямая трансляция, друзья.